Мариупольский порт, Азовское море на горизонте, красотища. Отсюда же видно левый берег города Мариуполя. Песчаный пляж, друзья. Нет, сегодня немного людей. Вот пару дней назад я был с сестрой. Вот здесь было очень много людей. Очень много. Везде машины стояли. И ты знаешь, я заметил, что люди ближе к вечеру приходят. Либо утром, либо вечером. Днем очень жарко. Рафалье ремонтируют. Приветствуем, друзья! Мы сегодня с Димой решили прокатиться на песчанку, окунуться. Да, попробовать Азовское море, а то лично я еще ни разу в море не купался в этом году. А да, водичка сегодня необыкновенная, посмотрите, вот сзади нас вообще просто прелесть. Супер! Идем сейчас окунемся. На удивление, немного людей сегодня. Но, как говорится, еще не вечер. Класс! Погода сегодня великолепная, друзья. Интересно, а в городе ветрено, очень, очень ветрено. А здесь вода спокойная, как так? Наш Мариупольский порт на горизонте. В ту сторону у нас Комсомольский пляж. Там дальше Мелекина. Отсюда водичка классная. Обалденно сегодня, просто супер. Турецкий ковер, ребята, этому мне было 12 лет, когда из Турции привез его. Хлам, но я его берегу как память. Настоящий турецкий, мягкий вообще вот уже. Это сколько? Вот мне в этом году 45, а было мне 12. Это сколько? Это 33 года назад. Вот представь, сколько живет. Да, ты был маленьким тогда, в 12 лет. Маленький, мы с батей приехали, он говорит, что ты хочешь на память? Я говорю, хочу ковер Аладдина. Он это, я говорю, такой летающий коврик. Ковер Аладдина, друзья. Ну, погода сегодня вообще просто супер. Обалденная. Какая красота, друзья. Класс. Как вода? Вода супер вообще. Так, Дима пошел. Класс. Вода просто класс. Водица шикарная, друзья. Я уже окунулся. Сегодня очень-очень хорошая вода. Кстати, не очень теплая, как была в прошлый раз. Поприятней. Не варишься в воде, как говорится. Очень приятно и полезно походить по песку босиком. Массаж обалденный. Мариупольский порт на фоне такого голубого неба, белоснежных облаков. Очень красиво, друзья. По 100 рублей молодая кукуруза, очень красивая и вкусная. По несколько кочанов с Димой взяли. Очень вкусная кукурузка. Друзья, горизонт такой чистый, что видно ветряки. А ветряки, по-моему, у нас в Безыменном, если я не ошибаюсь.
друзья, погода сегодня шикарная, водица волшебная. Сейчас мы еще с Демьяном покушаем по шаурме и поедем на спортплощадку. Сегодня у нас такой классный день на расслабоне, очень классный день, да. Да, вообще. Водичка в море вообще просто необыкновенная. Покупали с удовольствием. Девчонки, кто это, приезжайте в гости. Что-нибудь приготовим на мангале, там, в казане, да, покупаемся. Да. Море красивое. Это не это самое, пишите, говорите, кто там свободен, кто хочет попить мартини на лунной дорожке вечерком там. Пишите, звоните, мы всех примем, всех обнимем. Ну, Игорю нельзя, конечно, обнимусь. Потому что я романтик, а Игорь женатый. Дима говорит, недалеко отсюда есть хорошая шаурма на побережье. Недалеко она там, где городской пляж. А, на городском пляже? Она не тут, да, там. Ну, сам лично я не пробовал, как бы сейчас посмотрим, попробуем, что там, что. Ну, вроде бы ничего. Ну, конечно, лучшая шаурма — это когда я сам приготовил. Да, это точно. С телятина особенно. Это мы сейчас на Стрелке, друзья. Везде идет восстановление дорог полным ходом, как видите. Это набережная городского пляжа. Стройка тоже полным ходом. Городской пляж. Сегодня будний день. Людей поменьше, чем в выходные дни. Приехали на шаурму. Сейчас будем пробовать. Здравствуйте. Добрый день. Мы там на шаурму приехали. На вкусную. Со свининой. Вот такие вот цены здесь. А квас есть у вас? Ну, давайте две. Обычная шаурма. 200 рублей. Маленькая, обычная, двойная. Куриная, я имею в виду, да. Свиная шаурма обычная 250. Куриная двойная 300, свиная двойная 350. А не соленые огурцы, а просто свежие. А помидоры есть? И помидорчики. Шаурма, шаурма двойная ассорти 400 рублей. Да, грибы, морковку и помидоры. В основном, ну, хорошо. Только огурец свежий, не соленый. Можно камеру? А чего? Чего? Хочу показать. А у вас нет в камере вообще сейчас? Я хочу выглянуть и показать человеку содержимое. А, то я понял. Я отвернул камеру. Вот содержимое основной. Да. Ага. Вот это вот и сам. Ну, мы приехали к вам издалека. Вот что вы так вот... Да что ж вы такая сегодня не настроение? Я просто устал. Вы... Ну, а что вы это нервы ботаете? От шаурмы мы отказались, здесь неадекватная женщина торгует шаурмой. С другого края города поесть шаурмы. С плохим настроением. Нам высказывают, что у нее плохое настроение, но нас это не должно волновать вообще. В общем, уходим. Не, ну что тебя, слышь, вообще хамовитая какая-то. Да, да. Приехать с другого конца города... Шаурмы поесть. А ты заметил, вот что я тебе не предложу, везде, где мы не придем, жопа какая-то. Да не, ну что ты... Ну а что, помнишь с кофе тогда? Ну с кофе, помнишь, да, я да, тебе да. Как уговорил, какое кофе, какое кофе. Приехали в ресторан кофе пить, а там и чашки не мытые. Да, с помадой. В центре города на тысячи мелочах. Да. Просто жесть.
Просто жесть. Так, за кофе, за два кофе заплатил 570 рублей. Принесли сначала в одноразовых стаканчиках. Потом они решили замолить грехи. Принесли нам в чашках. И чашки грязные. Смотрим, да, да. На одной из них губная помада. Вообще, ну, жесть просто. Да, приключения бывают. Не без них, конечно. Игорь, вот они стоят, казаны мои, печи. Просто интересно. Вот они, печи Демьяна, друзья. На Санта-Барбаре. Вот это, Игорь, я, знаешь, что второй раз в жизни жалею, что я вот продал им свой инвентарь. Понимаешь, не из-за денег, нет, из-за отношения. Крышка покорёбина, все грязное. Ну кто у тебя придет брать этот плов? Если да, конечно, да, все, да. Через жопу. Дороги сделаны, тротуары, газоны сделаны, отлично. Это была лестница в городской сад, ее реставрируют. Друзья, городской сад в процессе восстановления. Здесь все меняется, абсолютно все. Дорога вниз ведет к ЖД вокзалу, а мы поворачиваем в сторону драмтеатра. Кстати, сейчас будем ехать, если там будет мой друг Валера, тот, который в Одессу со мной ездил, он тут готовит очень вкусный кофе. Так интересный фактор, вот его друг, с которым он работает, такое гопнище готовит. А вот Валера готовит кофе обалденно. Вот сейчас, если он там, заедем, это выпьем по чашке кофе. Хорошо. Игорь, кофе необыкновенный. Эта дорога ведет к ДОСАФу. Улица Артема вниз. Слева наш драмтеатр. Я тут, кстати, работал сварщиком 2 недели. Неплохо заработал. О, Валерчик стоит, брат. Все, сейчас мы заедем. Кофе будем пить. Вот это он, да? Бахтале, брат, бахтале! Сейчас попьем кофейку и поедем дальше. Кстати, друзья, открылось неплохое заведение Rich Lounge. Это новое заведение, но не дешевое. Пицца Маргарита, к примеру, 400 с лишним рублей. А мясная пицца 800 с лишним тоже. Добрый вечер. Добрый вечер. На кофеек подошли все, да? Да, да. Вкусный кофе здесь? Говорю, а, да? Так рады очень. Сегодня на море были, погода замечательная. Здорово, да. Видели, такие счастливые. Спасибо. Смотрим, любим. Вот так вот. Ваша жена замечательная. Спасибо большое. Спасибо огромное, да. Да, 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 в процессе. А вы мариупольцы, да? А мы это, мы с Игорем рады вас, чтобы вас встретили. Короче, мы вас купим в очах. Спасибо. Какой вы будете? Вот так вот, друзья, наши подписчики. Очень приятно. Спасибо, да. И если будете здравых где-то, мы с вами. Хорошо. Хорошо. Друзья, если кто-то видел собачку такую, может, увидит кто-то, будьте добры, свяжитесь со мной, пожалуйста. Кличка какая? Варни. Варни. Какой возраст? Мам, сколько ему было? Или два? Большая собака. Полтора-два, да.
если кто-то увидит в Мариуполе, будьте добры, свяжитесь со мной, пожалуйста. Девчонки, дорогие наши подписчики, Демьянчик для вас читает великие сонеты Шекспира. О любви вы хотите, да? Да. Что может помешать слиянию двух сродных душ? Любовь, ведь она не есть любовь, коль поддается чуждому влиянию, коль от разлуки остывает кровь. Любовице быть повсюду с нами, ее не сломят бури никогда. Она даже во тьме над утлыми судами горит, как путеводная звезда. Пройдут года, а с ними исчезает и свежесть сил, и красота лица. И лишь любовь крушение избегает, не изменив вида до конца. Коль мой пример о том не подтверждает, то поверьте мне, что на земле о любви никто не знает. Очень приятно было познакомиться, девчонки. И до встречи. Видеть, удачи вам, успехов во всем. Спасибо большое. Да, идей хороших и воплощений. Да, спасибо. Да. Всего доброго. Очень рады были. Спасибо. Спасибо вам. Друзья, мы сразу уже едем на спортплощадку. Мы задержались немножко с подписчиками, общались. А вам желаем всем мира и добра. Счастья и крепкого здоровья. Всем пока, друзья. Пока.